Владельцы машин с евро-номерами вообще стали уже одними из главных ньюсмейкеров в Украине. Вот только эта неделя чего стоит. Владельцы таких авто попытались блокировать правительственный квартал. Заявляли, что на акцию придет 100 тысяч человек. Впрочем, смогли собрать намного меньше, но получилось все равно эффектно. Это вдобавок к бесконечным дискуссиям о том, насколько вообще законно ездить на таких машинах. Вдобавок к историям об авариях с участием таких авто, когда их владельцы просто сбегают, зная, что привлечь их к ответственности очень сложно. Как долго еще евробляхи будут генерировать новости для Украины? Выяснял Алексей Пшемыский. Audi, BMW, Opel и даже, наверное, с трудом доехавшие из Польши Ланосы. Или вот такие Мерседесы, Бентли и Ламборгини. На улице Киева таких авто тысячи. В народе их нежно называют бляхи. Эстония, Литва, Болгария, Польша, Латвия. Чем Киев не европейская столица? Из-за акции водителей евроавтомобилей за последние два дня правительственный квартал превратился в одну сплошную пробку. Флаги, бочки, барабанная дробь. Знакомая картина. Кожен из них хочет поставить эту автівку на украинскую регистрацию. Никто не хочет ездить на литовских номерах. Никто не хочет. Все хотят поставить, но не за такой ценой. Купили за 2, заплати еще 4500, и того тебе получится 6500. Машина, яка можна в Литві купити за 2000. 300 євро ми згодні платити. 300-400 євро. Поліція на акції нікого не арестовує, машини не евакуюють. Значить, все ж їздять законно? Чтобы разобраться, вдали от шума митинга встречаемся с владельцем вот этого литовского Мерседеса. Сергей ездит на бляхах уже не первый год. Здравствуйте. Привет. Ну что, расскажите нам о машине своей. Да, поехали. Какого года? 2003 год, 3.2 дизель, задний привод, пневмо, подвеска, но максимальная комплектация машина. Во сколько обошлась? Хотел за нее литовец 5800, забрали мы ее за 4700. Вот 4700 евро плюс оформить ее, зарегистрировать, доставить, и обошлось еще 1000 евро. Сейчас в хорошем состоянии такой Мерседес в Украине стоит около 10-12 тысяч долларов. То есть литовец в два раза дешевле украинца. Главный вопрос, как и по закону ли можно ездить на таком авто? Автомобиль оформляется в Литве на юрлицо, на компанию. Компания выдает доверенность. Вы ее завозите в режим транзит. Максимальный срок такого транзита 10 дней, но ездят намного дольше. Да, они нарушают пребывание. Он заехал на 10 дней, остался здесь и ездит, пока она ему не надоест. Год, два, три, четыре, пять. Но вот проверять срок пребывания машины полиция не может, а таможня не полиция. Но даже если бы и была, штраф за просроченный транзит 8500 гривен. Уплатил, и можно снова ездить, хоть 10 лет. Главное, что установить личность водителя такого авто, как у Сергея, легко. Имя, фамилия, прописка, все паспортные данные владельца украинца берут еще на границе, иначе машину не пустят в страну. Но есть и другие истории. Одесса, февраль этого года. БМВ на литовских номерах влетел в столб на огромной скорости. Машина в дребезги. Одно из колес улетело на десятки метров. Чудом никто не пострадал. Водитель сбежал. Киев, июль, снова БМВ, снова Литва. Погоня. Во время преследования полицейские врезаются в лобовую, в другую легковушку. 4 человека в тяжелом состоянии. БМВ с пробитым выстрелом колесом остановился неподалеку. Водитель сбежал. Тоже Киев, улица Гончара. Митсубиши на болгарской регистрации решил объехать затор по встречке. В итоге столкнулся в лоб с джипом. Водитель Митсубиши и пассажиры сбежали. Вот они на фото. Все эти автомобили безымянные. Их в страну завозят европейцы. Как правило, поляки или литовцы. А украинцам просто выдают доверенность. Таких блях у нас десятки тысяч, а возможно и больше, чем оформленных на фирмы. Ведь стоят эти услуги в разы дешевле. Платят 50 долларов, где в Ужонге прямо в техпаспорт вставляют печать о том, что гражданин Украины является співвласником такого транспортного средства. Потом сам поляк загоняет автомобиль на территорию Украины за какие-то денежки.
Поляк уезжает навсегда, а украинец использует автомобиль просто здесь, сколько хочет. Если человек совершил ДТП и скрылся с места преступления. И вот здесь, если автомобиль находится, например, на поляке, который якобы завез на территорию Украины, человека найти невозможно. А значит, и делать на дороге можно что хочешь. Убил, убежал, никто не найдет. Польская реставрация. Часто не обязательно и давить в пол, чтобы устроить серьезное ДТП. Вот видео, появившееся в интернете. Opel на польских номерах. Колеса примотаны цепями и веревками. Гарантии, что вы не сядете на такое авто в такси, ноль. Ну, люди продают Таврию, да, и говорят, у меня есть $2000, я хочу какую-то машину. Вот они и получают такие машины, вот там, где цепями все прикручено, поддон, там, не знаю, приварен к кузову. Ну, есть такие. Это не зависит от регистрации машины. Это все от человека зависит. Как он относится к себе и к вещам. Главный аргумент тех, кто покупает такие автомобили, зато дешево. Но сколько же действительно стоит растаможить машину? Вот этот автомобиль был куплен в Германии в прошлом году, привезен в Украину и растаможен по закону о льготном акцизе. Купить, довезти в Украину, растаможить, оплатить услуги брокера, различные сертификаты, экспертизы. Все это обошлось 6000 евро. Рено Меган 2012 года. В Германии эта машина стоила 4500 евро. 19% налога продавец возвращает. То есть реальная цена 3700. Автомобилю меньше 5 лет. Евро 5. Растаможка по льготному акцизу 1500 евро. Услуги брокера в Украине и экспертизы еще 500. Плюс 300. Дорога туда и назад. 6000 евро. Вот сколько реально стоит пригнанный с Европы автомобиль на украинской регистрации. Авто среднего класса в хорошем состоянии. Таких и еще более дешевых машин, попадающих под льготный акциз на европейских рынках, тысячи. Сколько все же должна стоить растаможка, теперь предстоит решить депутатам и правительству. Ответом на проблему могло бы стать возвращение техосмотра и внесение льготную растаможку стандарта не только Евро-5, но и Евро-4. Тогда по льготному тарифу можно было бы растамаживать автомобили, к примеру, не старше 10 лет. И такие машины на украинских номерах стоили бы 3-4 тысячи евро, а бюджет бы пополнился на сотни миллионов. Алексей Пшемыский, Виталий Коваленко, Богдан Саврудский, Андрей Кузнецов, Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Любопытно, что пока не удалось даже толком подсчитать, а сколько вообще в Украине этих машин с евро-номерами. На днях фискальная служба отчиталась о том, что их чуть больше 60 тысяч. Якобы именно столько за последние несколько лет было ввезено в нашу страну и тут осталось с нарушением законных правил. При этом политики заявляют о куда большем количестве, от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евроблях. Но по личным ощущениям, таких машин в Украине все же гораздо больше, чем 60 и даже 100 тысяч. Наверное, вы и сами можете это заметить на любой улице или на любой дороге.